Привет, я Лена, сооснователь бренда Uniqlothing. Мы попросили наших покупателей рассказать их историю о том, как они носят наши шапки и капюшоны. В нашем питерском климате проблема с дождями и ветрами всегда очень актуальна, и верхняя одежда без капюшона – это проблема. Я живу в Берлине, в городе брутальной уличной моды, где много движений и ценится удобство. Глядя на меня, очень легко догадаться, что подходящий головной убор для меня – это не то же самое, что для всех остальных людей. Я сталкивалась с проблемой, что часто мне нравились вещи, которые без капюшона, они казались мне более стильными. I'm always worried when it's raining or snowing that my hair is going to get wet and get frizzy, and not everything I own has a hood. У меня такой бежевый капюшон, и можно его одевать под пальто, вот так кокос закругляется, закрыта шея. Так, кокос клубничный. Они все очень разные, живут в разных городах и странах, и очень по-разному носят наши капюшоны. Но их объединяет одно – они искали замену шапки. И нашли. Это просто нереальный капюшон, посмотрите, какой он стильный. Мне очень нравится материал, из которого изготовлен этот капюшон. So easy to wear, so perfect I can fold it up and put it in my purse. Я очень переживала, что косынка на мне не застегнется, что в нее не поместятся волосы, что будет происходить еще много-много других странных вещей. Tell me this isn't the coolest thing ever! Oh my god, Uno, this is the best thing in the whole entire world. Так. О, какой милый. А это новый капюшон.